Кистью я пишу Россию. Под таким названием в стенах Тверской городской думы открылась выставка работ местной художницы Александры Масловой. В экспозиции представлено более 60 работ, которые объединены общей тематикой – любовью к природе своей страны. Нашей съемочной группе удалось побеседовать с мастером. Без кисти и холста свою жизнь тверская художница Александра Маслова не представляет. Как рассказывает девушка, с детских лет она увлекалась изобразительным искусством, живописью, декоративно-прикладным творчеством. Вдохновение мастер ищет в первую очередь в красотах природы. Творит Александра в таких жанрах, как пейзаж, цветочная живопись и натюрморт. Вообще, мне очень трогает тема пейзажа. И поскольку я большую часть своего отдыха провожу за городом, на нашей Тверской земле, у нас есть дом замечательный в деревне, то вы можете увидеть, в основном пейзажи это нашей Тверской области представлены здесь. То, что меня воодушевляет и дарит мне такое ощущение счастья, полета, вдохновения. Именно эти ощущения художник стремится переложить и в свои работы. Возможно, именно поэтому, отмечают те, кто хорошо знаком с творчеством Александры, от ее картин веет легкостью, искренностью и честностью. У жительницы Твери Веры Талалаевой дома уже несколько картин Александры Масловой. Я была поражена просто. Я была поражена увиденным светом. Это как божественный свет идет с небес, вселенная дарит. Вот этот талант Бог дал Александре, увидев вот эту красоту, вот этот внутренний мир, свет души Александры, Сашеньки. Несмотря на то, что за плечами у Александры Масловой участие в десятках выставок и проектах не только в Твери, но и в других городах России, эта выставка стала для Александры первой персональной. Примечательна эта экспозиция и для Тверской городской думы. Спустя много месяцев после начала пандемии работы тверских мастеров вновь возвращаются в коридоры городского парламента. Нам очень приятно, что именно у нас такая выставка, ее практически, я думаю, что не полная выставка, но максимальная выставка, которая здесь представлена. Я общался с сотрудниками Думы, которые, коллегами, кто здесь у нас каждый день проходит этим коридором. И они все отмечают, что выставка очень интересная, очень такая свежая, особенно в наше вот время, которое у нас, мы знаем, у нас много сейчас проблем таких вот мирового масштаба, это и пандемия, и какие-то явления непонятные, что мы не можем общаться. Выставка работ Александры Масловой открыта для всех желающих. Любой посетитель Тверской городской думы может полюбоваться работами тверской художницы с понедельника по четверг с 9 до 18 и с 9 до 16.45 в пятницу по адресу улица Советская, 34, холл первого этажа.